Обиделся, значит? Знаешь что, доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке? Он видал какой? Не то, что мы. Он видал, как обрадовался. А ты при нем? Что он теперь подумает? А чего ему думать? Завидовать будет? Завидовать? Ну а как же, он кто? Инженеришка рядовой, и все. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы. Дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну, летом в санаторий съездит, в Ялту. Тоска смертная. А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. А ты говоришь, конечно, завидует.